В другом случае мужчине позвонил неизвестный и представился его коллегой. Он попросил занять 5000 рублей. Доверчивый кагалымчанин поверил мошеннику и перевел деньги. Сделали то же самое и еще трое жителей города, только их суммы потерь гораздо больше. Это 145 тысяч, 218 и 292. Несанкционирование списания также произошло со счетов банковских карт. В настоящий момент полицейские устанавливают причастных к данным преступлениям. А вот в другом криминальном эпизоде подозреваемый уже найден. Житель города тоже оказался вором, который предпочитает не виртуальные, а реальные кражи. Сотрудниками ОМВД России по городу Когалыму возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 53-летнего мужчины. Полицейскими установлено, что, находясь в торговом зале гипермаркета, подозреваемый похитил продукты питания общей стоимостью 3000 рублей. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские напоминают, сообщить о преступлениях и высказать свои предложения можно по телефону 23602. Круглосуточно.